Более 600 тысяч деревьев высадят в Подмосковье участники традиционной акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая пройдет 21 сентября. Для проведения мероприятия на землях лесного фонда подготовлено 63 площадки. Акция по лесовосстановлению проходит в регионе с 2014 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. За эти годы было высажено более 14 миллионов деревьев. В Подмосковье 767 жителей предпенсионного возраста заключили договоры на обучение с образовательными организациями, участвующими в федеральном проекте «Старшее поколение». По статистике, чаще всего жители региона выбирают инженерное дело, управление государственными закупками, бухгалтерию, кадровое делопроизводство и информационные технологии. За 7 месяцев 2019 года в Подмосковье родилось около 42 тысяч детей. Это меньше, чем в прошлом году. По данным Главного управления ЗАГС Московской области, в этот же период 2018 года насчитывалось уже 49 тысяч рождений. В регионе снизилась смертность более чем на 2 тысячи в первом полугодии этого года.